хочу выразить Нелли огромную благодарность за курс «Токсичные отношения». Все вопросы, на которых у меня не было ответа, я получила. Первый из которых – это почему наши отношения с супругом стали такие скучные, монотонные, все равно, что день сурка. Ой, уже было невыносимо в этих отношениях. И ответ я получила. Это от того, что нет развития. То есть я как-то еще пытаюсь развиваться, какие-то курсы прохожу, там с телом все равно работаю. Но супруг как бы застрял на одном уровне. И поэтому буду стараться его двигать в направлении развития. Вот. И второй вопрос, почему такие токсичные отношения, это я поняла, что самое главное, это у меня токсичное отношение с собой. Ой. Этому, конечно, есть причина. Буду работать в этом направлении. Еще раз спасибо большое, Нелли. Побыть в твоем поле, это вообще бесценно. Благодарю всех. До новых встреч!